Привет, мои хорошие, с вами Селена. Сегодня вообще такой безумный какой-то день уже. Вот я встала, вся такая собираюсь. Я не знаю, подходит вот эта помада или нет, я в процессе ее поменяю. В общем, мы сейчас бежим за Леной, и впервые вы увидите меня, Лену и Кристину вместе. В общем, у нас сегодня, не знаю, что-нибудь будем делать, веселиться. Так что оставайтесь с нами. Короче, сегодня же праздник, всех с праздником. Да, я просто хотела, думала, сначала влог этот выложить, ну, не день в день, а потом думаю, ну, что это, короче, будет что-то не то, поэтому и выложу его сегодня, вечерком хотя бы. Так вот, короче, сейчас встречаются Лена с Кристиной впервые. Я боюсь, честно говоря, Кристинка как-то агрессивно настроена. Лена тоже что-то по телефону как-то, знаете, сквозь зубы разговаривала. Короче, я не знаю, что будет за встреча сейчас, я боюсь. Будьте со мной, пожалуйста, ладно? Какие-то они странные сегодня. Ой, мамочки. Вон она, Лена идет. Боже, что сейчас будет? Кристина? Еще и походила, да? Мамочки. Ладно, вы гуляете с нами. Девочки, вы сына разбудили своей любовью. Ой, ну что-то я не знала, как-то что-то. Я думала, сейчас тут рестлинг будет, а они уже там траля-ля. Мне загорать неделю до такого, где-нибудь на пляжу. Ну вот, короче, я им не нужна, походу, больше. Хорошо, у меня есть Денечка. Короче, зашла в недорогой магазинчик с девчонками, и да, они вот там все сзади, Кристина кормит малыша, в общем, не буду показывать. Взяла на каждый день такие бегать яркие, классные кроссовки, прям вот как тапочки, знаете, вышел погулять хотя бы в парк. И, ну, и такие в сеточку на летние. И что еще? А, и пару маечек купила, недорогих. Вот. Все, сейчас мы едем к Кристинке что-нибудь перекусить вкусненько. Приехали к Кристине в гости. Лена просто тут боится вот эту мелкую собаку. Лило, а ну иди поздоровайся с Леной. Лило. А вы хлеб купили? Поздоровалась. Да, мы купили. Лена, Лена. Короче, напугала она Лену. Лена думала, что она ее боится, а на самом деле Лена боится. Еще неизвестно, кто кого боится. Титаня на макрошечку. Вау, вау, класс, класс. Блинчики такие сделала, волшебные. Лена, а ты будешь окрошку уже? Да. Конечно, будет. А я столько вот и надеюсь. Выбирайте место, где вы сядете. Мороженка взяла, вот такое попробовать. Богема называется. Картинка очень красивая. Хочу попробовать, вкусно или нет. Я вообще люблю так мороженое иногда. Вот захожу, беру какие-то интересные новые. Сейчас откроем. Вот открыла, вот такая плиточка внутри интересная. Что нереально красиво. Ну, а там есть, по-моему, шоколад в середине. Прикольно, да? Ну да, мы тоже. Да. Что это сверху? Тесто? Вафля. Вкусно? Ну, возьмем там до съешь. У тебя такой же целый дебиль. Шоколад, который там хрустит так прикольно на зубах. Хрустит. Праздники, да? Тетя Таня сейчас отдаст нам все блины. Ой, будем лопать. Конечно. Ну зачем они мне? Вы хоть чай там на себе попьете? Деня, будешь блины? Даша. Я позвоню вам когда-нибудь. Ты что на Деньку ругаешься? Даша. Скажи, Даша, привет. Из глубины желудка. Вот они, красотки. Винишко попивают. Пока это, тут за рулем. Это не мы. Пока я за рулем, главное. Давай, Крис. А они тут? Ну, давай. Дружба, дружа. За вас, Селена. Селена и Дэнни, за вас. Ну как, вы косы не повыдирали друг другу? Как многие просили про Оксана вместе. Вот Ленин рай. Ароматы ванили. Сейчас, что это у нас? Не знаю, я такие люблю. Мужчина. Ленусик, красотусик. Ленке нравится. Наверное, это мой рай. Смотреть в его отражение. В предметах черного цвета.
Что там за запах у тебя? Ангел и демон. Ух ты. Так я теперь буду вспоминать Криску. Могла. Девочки, по коням. По коням. Сына нервничает. Ой, как вкусно. Поели, напили. Продолжаем наш путь. Сейчас ко мне винишко Бьянку пить, которое мы покупали с Кристинкой. Ой, я покупала, да. Приехали, короче, мы. Чё, вина хочу. Чё, вина налью. А чё эти, блин, выпили, молодцы. Вот что там пили? Одень чё-нибудь, плесни, Крис. Плесни бокальчик. Одень чё-нибудь и штопор тащи, Крис. Да, да, да. Сейчас Крис всё организует. Короче, вот это то, что я вчера брала. Цимлянская полусладкая, цимлянская полусладкая Бьянка. Сказали, что оно какое-то вот должно ты быть что, прям... Ты пьяная, что ли? Пьяная. Должно быть хорошее. Причем я за цену вообще не спрашивала. Я говорю, вот просто хочу такое, 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 такое. Наконец-то. Мы пьем все вместе. А то как... Ура! То как сучки. Не пропагандируйте. Да как сучки. Вино. Да, господи, что мы там пьем? Может, я не сама. По чайной ложке. Холодно? Ну-ка, надо что-то одеть. А не холодно? Дайте что-нибудь. Давай, пуховик. Розовый. А мне Луис Луитан. Давай. Я хочу показать фокус-покус. Давай. Вау! Опа! Ты там не облилась, нет? С таким звуком, как будто... Была розовая плакетца, это раз. Давай, наливай, Крис. Наливай. А чё бокал такой в пятнах? Давай, это мне. Поговорим. Да зануды, да зануды. Всё. Как Ленка. Сразу. Так разговариваю. А ну, а вот этот чистый бокал? Это тоже какой-то. Я мыла сегодня. А что они? Немножко хлорка. Заляпай. Хлорка? Потому что надо было натереть. Натереть. Лена, он понимает в толк в натирании бокала. Мне главное, чтобы было стерильно. А этот чистый? О, ты что, бабки нашла? Ну, они не отпили. Это не бабки. Ну что, вот сейчас мы задегустируем. Лёна, что я нашла? Нормально. Жвачка. Сейчас зачекинемся, успокойся. Ты что? Все нормально. Мы такие, слышишь, в пуханах. Мне дадут фотоаппарат такой. Вот Лены хорошо получила, у меня рука даже... У Лены, потому что 6-й айфон. Давай. Подарите мне, пожалуйста, 7-й айфон. 48 косарей. К кому обращаешься? К моим подписчикам? Ну, и мне, и мне. Ну, в принципе, я так-то тоже я скину в инсте номер карты. Я не откажусь. Можно хоть по рублю мне сбросить? Не, по 10. А давай, кстати, если по рублю сбросится 50 тысяч человек, это будет 50 тысяч рублей. Вот, еще как раз на семерочку насобирать. Лена. И мы счастливые. Поближе. Поближе? И вообще-то это видео. Хотя бы сказала. Ну, вообще. Запалила нас. Все, это для Инстаграма. Кристина. Подожди, давайте все вино попробовали уже. Да, я... Вы даже не сказали, какое. Так мы не чокнулись даже. Давайте, за нас. Ура! 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 Лена, ты как-то фоткаешь, а то рука у тебя прям вот такая вот. Давай ты посредине ставишь. Давай. Давай. Только с боком. Ой. Ну, слаще точно не нужно. Нормально. Вино слаще не нужно. Нормально, если я сфоткала. Можно даже по... Рука. Покажи. Рука четко. Ну, покажи, девчонки хотят тоже увидеть. Да, конечно. Сфоткала. Да, нормально. Своей длинной рукой. Ой, пойдемте поболтаем, девчонки. Вот где-нибудь от них подальше. Ну, куда ты? Иди сюда. Роль. Ну, что ты на запах? Путь и головы. На кол села. Вот, все, давай. Просто нужно волосы вперед немного подкинуть. Вот, и уже немного... Вот, давай. Вот так, блин, давай. Вообще. Ну, не удалите ничего. Я 3 выставлю. Ну, за 1, конечно. А ну-ка, давайте так втроем я сделаю фотку потом. Лена, иди сюда. Но мне тоже надо. Не пойми, что вообще. Так, все, сказали все. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит всегда. Кока-кола. Да. Вот цвет красивый. Печью патриотической. Да, вот да. Молодцы какие. А я, блин, где мой бокал? Вот.
А у меня спина болит, я сыну кормила. Ой, я теперь к вам вернулась. Что-то вы уже хорошие, по-моему, да? Ну, да что? Мы всегда хорошие, всегда симпатичные. Вы говорили все в Инстаграме, да? А тут-то и нечего сказать. Почему нечего? Почему? День Победы. Еще даже очень много можно чего сказать. Великий праздник. Ростов-на-Дону. Я тут позже такие делаю. Только хардкор. Кто знает, тот поймет. Давайте включим музычку. Да, кстати, музыка все выключила. Чат. Просто громкость тише сделай. Давай танцевать. Опа! Лена? Сами волосы пляшут. Ничего себе! Все хиты здесь. Слушайте Хит FM. Позвонили, она забыла снять кольцо. Не знаю. Что они делают? Что там делают? Я закрыла. Они фоткаются. Что это было? Колдуем. Крис, они нажимаются, прикинь. Я не знаю, что за фигня. Череда музыка. Я могу любого подсветить здесь. Я могу любого подсветить здесь. Это мне же ну а что, ну я фотку тебе кину. Фотка-то я думала, давай, да. Любого подсветить могу резко. Давай, одевай кольцо. Одевай кольцо. Одевай кольцо. Ну это жестко. Ну уши, подожди. Да я только сегодня Ленокле говорила. Рассказывала Кристинке, что на самом деле матерью быть нелегко. Это на самом деле большой труд. Это не то, что на работу сходил. Это не то, что я. Меня вообще Дэнни за полчаса. Не, вообще, вот просто многие, даже я тогда, думают, ой, дети, так прекрасно, потому что вокруг все о детях хорошее такое, знаешь, ну как бы детки, детки, счастье, счастье. И думаешь, что, ну, минусов как будто и нет. На самом деле это вообще, ну, реально очень сильно устаешь. Понятно, что это круто, это классно. Устаешь, честно, устаешь. Ну, кто-то даже не представляет даже, насколько я представляю. Как ты представляешь? Вот ты работаешь. Да я полчаса. Ты помнишь, как ты ржалась? Полчаса с ним не можешь. Я полчаса его потаскала. Это Дэнни еще такой. Кристина, у меня просто выступил пот, я вся красная, лохматая. Надя с меня ржет. Так это еще Дэнни спокойно. Такая, да расслабься, ты че? Он реально спокойный. Это еще, да, говорят все, что он спокойный.
Да. Вот так вот тоже, да, вот можно проверить, придите в гости кому-нибудь, просто, да, полчаса он, конечно, просто понянчись. Понянчитесь с ребенком. Не важно даже, что это свой. Понятно, что свой там будет по-другому, но уставать будешь не меньше. И просто уже забиваешь на себя и просто, ну, делаешь все, что нужно. Да. Не ревнуй, займы. Я только целую щеки мамы. Короче, мы пришли, сейчас чаек попьем, а видосики в Инстаграм Он любит меня, он знает уже меня. Покидаем. Он знает меня. Короче, я просто лежу, и у меня просто очень болит спина, отрывается. Я еще прибрала чуть-чуть дома, и все, вот я просто лежу Вы и сладкие. Кайф. Вы сладкие? Слышу, блин, это. Салюты бьют. Ля, у нас открыта дверь, вообще калитка. Что за хрень? Сосед, блин. Сосед ваш не закрыл. Сосед охренел. Вообще, трудно закрыть, что ли? Калитку. Салюта что-то не слышно. И у нас не видно его. Но он есть. Ну что, вот куда ты собралась? Страшно на ночь глядя. Кристина собралась в магазинчик. Время... Без 25:11. Ленок одевается и покидает вот нас. Вот такой цвет волос. Вообще такие вот волосы. Крис, хватит к Ленке приставать. Да вот хочу поприставать. Вот, кстати, спелись они, а вы говорите. Будут волосы друг другу замеривать. Так море выдрало, уже челку себе сделала. Я им не нужна, да. Они без меня прекрасно. Слушай, смотри, какой общий прелестный. Язык находили. Зайки, я пошла. Все, девочки, давайте. Вернусь к Хэппи, открывай свой канал. Открывай свой канал. Вот придешь ко мне в гости, скачаешь мне программу, это пошлёт. Ладно, все, давай. Все, я пошла, я напишу, когда я. Давай. Пока, Ленусик, Хэппи. Хэппи, пока. Все, мои хорошие, Ленусик ушла, а мы с вами прощаемся и бежим монтировать для вас видос. Пока-пока. Пока-пока.